Меня зовут Кирилл. Мне 18. А значит, жить мне осталось примерно 12 лет. Такая вот у нас классная теперь экология. Астероид Психея Дельта возвращается. На нем уникальное вещество. Оно позволит нам очистить воздух, победить болезнь и начать дышать полными легкими. Я в космос полечу. Через 21 день команда из 6 человек должна стартовать на Психею Дельта. Каждый день вы будете проходить испытания и набирать баллы. 8 лет назад команда Осипова погибла в подобной миссии из-за ошибки капитана. Зачем молодых таких отправлять? Молодые не болеют. А ты что, реально дочь того самого Осипова? Реально. А почему у них не получилось-то ничего? Нам что-то не договаривают. Папа, он не мог ошибиться. Последние записи первой экспедиции. Их нет. Их кто-то стер. Зря ты сюда сунулся. А разве из первой миссии кто-то на Землю вернулся? Нет, конечно. Этого не может быть. Ты же знаешь, что все космонавты первой экспедиции погибли. Нет, не все. Сейчас финишная прямая. Помогите! Мы здесь ради большой цели. Ради спасения всего человечества.